рамках реализации проекта «Старший брат» и при поддержке торгово-промышленной палаты и активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели круглый стол «Стартап для молодежи» со студентами из Звенигородского финансового колледжа. Ребята узнали, как правильно подбирать персонал и грамотно составлять резюме, как можно организовать свой бизнес и какие трудности при этом могут возникнуть. В обсуждении также приняли участие члены «Молодой гвардии» «Единой России» Одинцовского округа. Они поделились со студентами своим мнением о работе волонтеров.